В Миассе внедорожник разбил сразу 5 легковушек. Range Rover на огромной скорости въехал на стоянку. Это последствия аварии. О том, что машины побиты, хозяева узнали только утром. Пришли с утра, никто нам ничего не сообщил. Увидели ситуацию вот из 5 автомобилей. Стоянка не хотела ни на что отвечать. Предположительно, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, на скорости просто не справился с управлением. Улетел с дороги и въехал в стоянку. А уже по данным, как по неофициальным, то есть за рулем находился сын хозяина автомобиля в нетрезвом состоянии. А по документам там уже третьи лица находятся за рулем. Разбиты Ford, Honda, Audi, Renault Logan и Hyundai. Их владельцы, на взгляд, оценили повреждения и предварительный ущерб. Вышло около 500 000 рублей. Ну, я ставлю на охраняемую стоянку. Я также могу во дворе ставить, и мне некому будет предъявить. И опять нет. Руководство стоянки заявило, что ответственность за сохранность машин не несет, а значит, возмещать ущерб пострадавшим, скорее всего, придется лихачу.